Скажу громогласно для всех, кто его знал, для тех, в помощи, в ком он нуждался. Он просто один в нищете умирал, со смертью не смог потягаться. Дебаты в эфирах бывали о нем, на передачу в коляске доставив. Помочь ему надобно было целой страной, от недуга его не избавив. Скончался актер, как прискорбно читать. Нет прощения тому, кто позволил. У нас в целом бывает проще взять, наплевать. Саше смерть кто-то так рано ускорил. И не скажет никто, к смерти что привело. О кончине сенсации слыну. Был актер популярный, теперь нет ничего. В одиночестве так он и сгинул. Лишь Малахов Андрей в передаче о нем рассказать попытался о Саше. До чего мы дошли? Все сенсации ждем. Равнодушным не будет жизнь краше. Есть понятие совесть. Где теперь сейчас она? Где традиции? Где вся культура? Человек был заброшен. Тема эта видна. Кто подверг его к смерти в натуре? В Бога веруем все мы. В православии живем. А помочь ближнему, кто соизволит, нету Сашичи слова, память только о нем. Смерть судить теперь больше не стоит. И свечу жечь прискорбно опять в этот раз. Не суди, Боже, нас в этом строго. Друг за друга в ответе на земле все из нас. Всем желаю добра ради Бога. Будет лист опадать, жизнь нельзя обогнать, но и жизнь наша так скоротечна. Совесть мне подсказала о нем написать. Светлая Саша, память навечно. Спасибо за внимание всем. Саше светлая и вечная память останется в сердцах наших.